Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вас всех приглашаем на семейные посиделки. Добрый вечер, Мариночка Иоганссон. Добрый вечер, Вера. Всем добрый вечер, хороших, добрых посиделок, девчонки. Ирина, добрый вечер. Девчонки, рассказывайте, делитесь, кто чем занимался, кто что делал, у кого какие успехи в огородничестве и так далее, и так далее. Ольга Ковалец, добрый вечер. Дмитрий, добрый вечер. Валентин Зараменская, добрый вечер. Наталья Федорова, добрый вечер. Всем, девчонки и мальчишки, добрый вечер и хороших добрых посиделок. Вера Кручанова, добрый вечер. У нас сегодня было плюс 27, сейчас 17. Здорово. У нас тоже сегодня было тепло. Можно сказать, днем даже было жарко. Вот. Я везде в теплицах отключила отопление. Все. Марина Бабаева, всем добрый вечер. Мариночка, с именинами вас еще раз. С днем рождения, вернее. Марина Голубева, добрый вечер. Надежда Круглова, добрый вечер всем. Вот. Марина, что у вас с котлом? Расскажите, что же все-таки за поломка была и сделали вам его? Что у вас с котлом было? Что произошло? Надежда Круглова, добрый вечер. Лариса, ура, я с вами, дали свет. Ура, Лариса. Лариса, вы, наверное, на даче, у вас аватарка-то. Наталья Федорова, а у нас дождь. Марине букетик, ну мы сегодня ей много букетиков уже подарили. Ирина Беликова, добрый вечер. Марин, что с котлом? Мы все ждем с нетерпением. Что за поломка была? Мастер, кстати, приходил? Витя, Вить, забери у нее, пожалуйста, из будки игрушки, куда-нибудь повыше положи. Она, смотри, ей даже лежать негде, бедной. Убери их. Этого хотя бы медведя, этого большого. Во. Ну вот этот, оставь этого осьминог, пусть она даже... Разорвана весь. Ну и пусть рвет дальше. Марин Голубева, плата полетела. Котел оказывается на гарантии. И газовщик сказал, чтобы мы... Обратились в магазин, где покупали, и нам по гарантии заменят котел или плату. Марина Бабаева, спасибо. Марин, что заменят-то? Полностью котел, что ли, или плату? Лариса, да, я на даче. Всем хороших посиделок. Марина, связались с магазином, придут, починят, сказали. А, плату заменят. Ну ладно, хоть плату, хорошо, хоть на гарантии. Не, ну так интересно, у нас Оля, они сами покупали котел, какой хотели, выбирали. У вас прям как-то странно все. Прям обязательно там, да, какой есть и все, и не шаг там в сторону и все такое прочее. Так, Марго, здравствуйте всем, хорошего вечера. Так, Марго, вас давно с нами не было. А может быть, вы были? Мы просто не знали, что вы были. Вот, так что, ой, девочки, ну, я поняла так, что заморозков больше не будет. Все, наверное, да? Мы прошли эту черту с заморозками. Наталья Русских, добрый вечер. Я Марина Голубева. Нам и счетчик внутренний ввинтили, сказали, внешних нет. А как это внутренний, Марин? Интересно. Куда вам его ввинтили? Как это внутренний? Ну ладно, Марин, с другой стороны, самый главный газ есть. Оля Григорьева, добрый вечер. Юлия, Илья, также все. Антонина, добрый вечер. Ну, девчонки, ну что, вы уже все, отсадились?
Помидор все посадили? Перец, помидоры. Марго, в записи смотрела вас. Оплатила эфир на 3 месяца вперед. Рада быть с вами. Это Марго, надо, наверное, Илье сказать, что вы оплатили, потому что он там что-то как-то в ручном режиме что-то делает. Придет, я ему скажу. Ольга, добрый вечер всем. Вера, сегодня по плану было посадить баклажаны и перца, но вначале решила пару немного цветов посадить. Вчера их наметила, ну и 3 часа прошло незаметно, а потом все равно пошла сажать то, что по плану. Марина, в доме, который... А мы хотели, чтобы на улице был. Теперь я всю эту красоту... Ну, вот у нас то же самое. Вот сзади меня висит вся эта красота. То же самое. Нам на улице не стали на тот момент делать. Оля, я нет, только капусту. Девочки, я сегодня вообще ничего не сажала. Муж под картоху грядку подготовил. Все, картоху он сажать хочет. Вот. Ничего еще не сажала. Ну, что-то я не переживаю. Больно-то. Посажу Марго Константиновна. Константиновна, наверное, да? Мы с ним списывались. Все в порядке. Илья продлил до августа. Ну все, хорошо. А то, думаю, мало ли что. Понятно. Марина, зашла сегодня в теплицу, где петуньи цветут. Запах, отвал башки. Да, Марина. Пахнут они, конечно, вообще прям вот, ну просто шикарно. Это точно. Вот. Ну, надо мне тоже приступать постепенно к посадкам. Что-то я не знаю. Я откладываю, откладываю. Что откладываю? Что-то, девочки, вообще ничего не успеваю. Ничего не успеваю. Туда-сюда и, короче, и не туда. Завтра займусь томатами для открытого грунта. Вы уже в открытый грунт вверх хотите сажать? Марго. Да, Константиновна. Из Коломны, Московская область. Хорошо. Татьяна Петухова, добрый вечер. План – это хорошо. Да, девочки, с планом надо все равно намечать какой-то план, объем работ, который надо сделать. Ольга, я люблю запах петуни. Это для меня запах детства. Я тоже люблю, когда петуни пахнут. Вот. Все, хожу, девочки, смотрю, смотрю на яблони. Ничего, вот сейчас видно, бутончики эти совсем засохнут, отпадут, и все. Да, у вас хорошее, Ларис. Самое главное, чтобы снега не было. Краснодарский край сегодня передали. Там град, опять какой-то снег, непонятно что. Небось, опять все там побило, все, что можно и не можно. Поэтому. Да, и флоксы тоже из детства. Флоксы, да. Флоксы, да. Вот. Поэтому... Антонина, петунья в кашпо сажала сегодня, пока стоят в теплице. У нас холодно еще, ночью минус прогнозируют. Оля Григорьева, муж спахал сегодня, потом делили, что где. Я цветы буду сажать, а он мне хватит цветов, я посажу картофель. Вам ничего, Юль, не напоминает? Я над ним про себя посмеялся. Конечно, напоминает, у нас такая же история. Я ему говорю, бахча, а он говорит, нет, картофель. Вот. Но я выделила ему грядки, где у меня, на одной у меня огурцы росли, другая у нас тоже грядка, как бы такая большая. Но там по 3 рядка картохи поместятся, такие большие грядки. Я ему сказала, вот везде, где грядки есть такие вот, которые мне не нужны, сажай свою картоху. Наталья, у нас на улице расцвела белая акация. Такой аромат дорогих духов. Вот мы когда жили в Украине, мы жили недалеко от Кировограда, ну, муж служил, мы там жили. Вот там аллея была белой акации, запах. Лариса высадила острый перец, капусту, морковь, свеклу. А острый перец куда? В теплицу? Я вот хочу, я буду острый перец на улицу сажать. Наталья Федорова, в Ставропольском крае был град. Ну вот сегодня перед... Да, Ставропольский край. О, Оля Григорьева, я тоже потом ему выделила.
Вот и я также сказал, вот сюда вот моя картошечка, он моя картошечка, вот. Не, ну, с другой стороны, вот Оля, они же как бы были без картохи, и они покупали картоху, но они бодренько едят, вот довольно-таки, вы знаете, прям они хорошо едят так картошку, вот. Они покупали 4 мешка, им не хватило, они давно у нас берут. Вот. Но мы тоже подкупали, пока мы ели магазин, и сейчас мы едим свою. Вот, картошку. Поэтому будем сажать по методике без окучивания. Я сейчас все смотрю, много роликов. Оль, без окучки. Лариса, слава богу. Погода настроилась. Перец. А, в парнички. Надежда Круглову. У нас уже картошка взошла. Ну, это хорошо, что взошла. Это хорошо. Сейчас уже что, холода не будет и нормально. Вот. Вера, у меня засохла белая акация. А вот в городе у нас около школы целый ряд этих акаций. Растут без проблем. Девочки, я хожу, смотрю эти. Сегодня хотела вам подснять, показать. Абрикосы какие у меня большие. Хряпнули в эту зиму. Ольга, мы, наверное, с детства картошки наели. Сейчас уже особо не хочется. Я не знаю, мне тоже вот эта картошка, вы знаете, вот как она, как говорится, как по барабану. Я не фанат я картошки, вот честно. Вот. Я очень люблю, что я люблю. Я люблю рис, могу есть, вот типа плов, такой там рис там с мясом мне нравится. Потом, что я еще люблю? Тушеную капусту люблю, мне нравится любую, и с квашеной, и свежей капусты, вот такую солямочку. Я люблю всякое рагу овощное, я люблю. Вот, ну чисто картошку я как-то, ну нет. Мы картоху используем только в этом, господи, как его, в супах там, в щах. Вера, сегодня сеяла свою экспериментальную, сажала, наверное, да? Свою экспериментальную молодую картошку из глазков. Вы ее рассадой же сажали, да, Вер? Насколько мне помнится. Но говорят, вообще из глазков хорошо картошка-то растет. Даже и очистки сажают. И из очистка вырастает крупная картоха. А, съела? Как? У вас уже молодая картошка, Вер? Ну, вы даете. Вот это да. Оля, нет, я тоже все равно пока люблю картофель есть. Ой, точно, надо завтра солянку приготовить. Хорошо, что про нее заговорили. Надежда, бывает, иногда хочется. Муж очень вкусно жарит. Вот, девочки, вот жарить надо еще уметь картоху, понимаете? Вот у меня тетя, вы знаете, как она жарит? Во-первых, не должно быть ее много. Во-вторых, у нее такая соломка, у нее такая вкусная картошка. Моя картошка из семян стала похожа на картошку. Вкусно суп варить из булгура и красной чечевицы.